США представили свой план развала Сирии. Глава ЦРУ Джон Бреннан заявил, что страна вряд ли снова будет единой. Он намекнул, что Вашингтон видит Сирию как некую конфедерацию. За океаном страну готовы разделить и по территориальному, и по религиозному принципу. При этом некоторые регионы будут напрямую зависеть от внешней помощи. Похоже, США собираются закрепиться в Сирии так же, как в Ираке, где, с одной стороны, Багдад получает американскую помощь, но при этом корпорации США получают многомиллионные доходы от иракской нефти.